сероватая погода. Ой, ой, кто это пасется? Травку щипает. Га-га-га-га-га-га-га. Они меня поняли. Га-га-га. Поняли, Нелли, они меня поняли. Примерно такого же размера нейборхуд, как у нас, но у Наташи всегда весело. У них тут, помимо того, что живут какие-то насильники и продают кокаин, у них еще тут устраивают всякие ивенты. То они фудтраки заказывают там на праздники какие-то, то у них эти самые, ну вот Крисмас. На Крисмас у них тоже праздники, и в том году мы тоже приходили к ним на Крисмас. И был Санта, было весело, нужно быть аккуратным. Детей на дорогах. Так, ну вот они ждут, видать, Санту. А мы еще едем. У них вон там, вон дальше бассейн, вот этот домик. Клабхаус. А, видать, там тоже какие-то в прошлом году был горячий какао, да, Нелли? Снег был искусственный. Короче, вот весело. Прям у них организуют такие ивенты всякие. А у нас нет. Но мы не жалуемся. Вот, уже Оксана тут. Василиса с Ваней приехали. А еще к нам приехала наша подписчица из Вирджинии. Ее сейчас Настя привезет. Слышите звук? Это Санта едет. Тут у Мэтта гараж. Все при параде. Что? 15 минут. Нет, я же тебе не говорила. Саша идет. И Василиса при параде. Ты тоже не подготовилась, да? В смысле? Ты пекла печенье? Да. Нет. У меня нет времени, понимаешь? Ты же так занята. Я очень занята. У меня, знаете ли, свадьба на следующей неделе. Твоя? Да. Ты такая звенящая тоже. Сама пришила или так и было? Частично. Можете выбрать, какой тебе. Мне розовый. Тебе розовый, окей. Персиковый. Ой, Натали, спасибо. Наташа, покажи свое платье и снежки. Платье. И у тебя сережки, я только увидела, мне казалось, да. Они пушистые, как снежки. Нет, а они из бисера. Прекрасно, давай теперь показывай. Хорошо. Я какая-то сегодня подготовленная. Да что ты, что? Да вообще, я только проснулась. Нашла я на диване. Если я почувствовала вот этими твоими соседями, которые пришли, я как в трусах. Я думаю, блин, я считала, вроде ничего не отменили. Что, у тебя елка живая, Наташ? Да. У меня тоже живая. И огонь горит, слушай. Все живое. А что ты мне собираешься делать? Какой кофе? Вот это вот? Наверное, тебе нужно... А я вот это я дома могу попить. Сделай мне вот такое, Наташ. Наташа лень, да? Поспать бы ей еще. Да, додавить еще часок. Ну. Ты хочешь, смотри, как с нами дешево обойтись. Нет, это тоже вкусно. Понюхай. Наташа, у меня есть этот чайник. Я себе заказала тоже вот такую. У меня теперь будет две. Какие у нас олени. Заказала себе экспресса. Пусти меня! А дети наверху? Не, они на улице куда-то вышли. Все? Ой, Санта едет. А мои тоже? Позови, есть там мои дети? Да они вроде все ушли куда-то. О, Санта! Прекрасно. Погода не очень. В том году такая погода была классная. Тепло так было. О. Вау, как неприятно. Безобразие, это слушать невозможно. Ты, Рокки, как псина из инстаграмной маски. Прям такая же собака. Так, что мы делаем, Наташ? Давай, клади это. Мы делаем айсинг. Лучше? Этим украшают печеньки. Это сахарная пудра. У меня дети едут. Ну, я зимой не хотела. Зимой в Россию, Наташа? Зимой в Россию. Я бы так... У меня, представляешь, две девчонки там будут. Вот она, я тебе сейчас... Представляю. Сразу
сразу попадаете во влог. Вы что, из Феникс Санта-Клаус уже сходить? Да, там нечего делать абсолютно. Там все. Я стрельну. Привет. Лена. Я так себе и представляла наших подписчиков. Молодых и красивых, успешных. У меня есть подарок. Знала. Спасибо, Лена, спасибо, дорогая. Сначала. Я сидела, ждала посадку. Ты как будто не знаешь, что нельзя рассказывать истории без камеры. Сидела, ждала посадку. Меня по громкоговорителю объявляют, типа, Елена, подойдите к стойке там какой-то. Я думала, все, меня депортируют. Подхожу, там девушка, она начинает по-английски сначала со мной разговаривать. Я увидела русское имя, типа, я из Украины, 20 лет она уже здесь живет, и такая говорит, идите у окна сидеть. Она апгрейдила место бесплатно. Все, она мне сделала место. Я хотела бы бизнес-классе сидеть. Блин. Если бы ты была из Украины, то бы сидела вместо. А так вот довольствуйся у окна. Слушай, ну классная история. У тебя сердце ёкнуло, когда тебя по громкоговорителю? Да. У меня бы упало оно, наверное. У меня еще кто-то решила, что меня не пора. Я бы не пошла. У меня до этого не пошла. Я бы посмотрела, если бы дети были на месте, я бы не пошла. Это вызвало Uber. Нет, так нет, я никуда не лечу. У собаки нет воды, хозяйка. Hey, Mikey. Hey, what's up, girl? Hey, question for you. I just have some girlfriends over here, and they have not so much of a friend, but somebody who they know who was driving from Pennsylvania to Orlando and disappeared. Yeah. Are they Russian? Yeah. Yeah, come over. Dude, I have you on speaker. Да, рис. Настя, ну посмотри. Ваш, а давай чай не поставим. Я у меня есть чай, чай ничего. Так, я там. На стуле. Так, много блогеров на квадратный метр. А что? Да. У тебя есть ссылку, оставишь? Ссылочка на нас. Думаю, что вы существуете. Что мы не делаем? Игры разума, игра мозгами. Что можно делать мозгами еще? Что думать? Нет, она снимает. Что можно? Как же хорошо, ребята. Я еще не показывала, как мы украсили, наверное, во влоге дом. Но сейчас я не по этому поводу. Дочь встречаем. Едет наша лягушонка в коробчонке. На праздники домой. Катя, встречай. Кто приехал? Ты там? Чё, дочь? Мне срочно ибупрофен нужен. Бедненькая моя. Последний час. Моника! Ну, она очень рада. Привет, родная. Давай. Привет. У меня ибупрофен, по-моему, в сумке. Я тут за неделю весь выпила. Боже, какой ужас. Тихо. Привет, сын. Я, по-моему, тебя тоже вчера не видела. Привет, родная. Привет, моя девочка, Привет. Мне порадовало, всем порадовалось. Волосы покрасил. Лёна. Я кушать хочу, мне нужно профилактику. Кушать? Что? Иди ко мне. Окей. Надо чем-то накормить, наверное. Что это тут за дядечка такой в шляпочке и в тапочках? В носочках и во вьетнамочках. Что это за собачка у нас такой? Что это у нас за мальчик-то такой красивый? У нас есть друг Вовка. Он видеограф. На свадьбах практикуется. Ну, вообще и рекламы снимает, ну, такой прям. Они с Аленкой, с его женой, мастера. Мы у них взяли дрон.
Моня, ты портишь газоны, сучка ты драная. Поедем с Эйской в красивые места. Взяли дрон, будем снимать. Сейчас попробуем. Чудеса, блин. Моня, стоп! Моника, стоп! No! Держи-ка ее. Рядом аэродром, аэропорт Монро, и там очень маленькие, много маленьких самолетов частных. Моника! Ой, чудеса! Как высоко! Кто это? Нелли, Полин, смотри на нее. Моника, кто там? Кто это? Кто это мой? Нельзя! 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 Дай понюхать, она успокоится. Собираемся, мы едем в Лас-Вегас. Сумочки собраны. Шабачечки, каша наварена с оленины. Дети остаются. Полина за старшим. Мама с папой отдыхать. Чудо, Мунь. Ну. No. Всего листья. Держи, держи.